Добрый день, дорогие друзья! Давненько мы с вами не любовались этой длиннолапой красоткой. Она любит лежать на вот этом деревянном вольере и сохраняет вот такую шикарную растительность. Очень культурная рысь. У нее тут есть с кем пообщаться в соседнем вольере. Гиена. Там в вольере за ее спиной тигры. Так что... Вон какие у нее кисточки на ушках. Рысь, да? Да, это рысь. Вот благодаря этим кисточкам она может слышать практически, наверное, из любого уголка парка Львов-Тайган. Не зря древние народности считали, что рысь даже видит сквозь стены. Но на самом деле рысь знала, что происходит по ту сторону стен, не из-за того, что видела, а из-за того, что слышала прекрасно. Стены для ее локаторов — это не преграда. В дикой природе, где рыси приходится охотиться, она слышит движение своей потенциальной жертвы далеко-далеко. Поэтому заранее готовится и считается прекрасным охотником. Что ж, друзья, всем большой привет от этой красавицы.